Раз. Раз, раз. Эту руку можно носить с собой, просто как бы, ну, держать ее. Молодым день свадьбы от товарищей. 1957. Ну, полторы это прям. Полторы и... Я могу и ссылку на мой канал. Эту руку можно носить с собой, просто как бы, ну, держать ее. Как вы пойдете по улице, будете держать руку. Такая успокаивает она. Терапевтическая, да, процедура. Моторола. Ну, 2000, да? Да, 2000. Даже жалко, они прикольные, у нас редко попадают. Редко попадаются? Ну, на самом деле редко. И на Авито по объявлениям по Питеру посмотрел, не так уж и много на самом деле. Ну, да. Ага, спасибо. Ну, спасибо. Да, привет. Угу, спасибо. Что? Нет, в общем, нету, нету, конечно, нету. Угу, спасибо. Спасибо. Вам, спасибо. Скидка. Скидка. Есть и разные скидки. Грубо говоря, можно за 1300, а можно за 1000, но с вас песни или стих, но мы на YouTube укладываем. Пришли сама. Интересно, это да. Но будет зато 1000. Любая песня, стих, любой талант. Может, танец. У нас как бы есть такая рубрика, как бы талант за скидку. Давайте. А куда вы это выкладываете? YouTube. У нас свой канал, как бы, небольшая жизнь барахольщика. И... Сейчас быстренько стучу. Да. Так что если подумайте, обмозгуйте. Она тебе нужна. Пожалуйста. Я буду заниматься. Не, вы можете вдвоем. У нас там, если там умеете там на гитаре играть, петь, танцевать, плясать. Стих, любой талант. Может даже стать очень знаменитым потом. Жонглирование тоже талант. Чем ваза? Шикарная ваза. И рисовать ее можно, и реставрировать. Да. И в подарок. Везде. Что там, земля? Не-не. Или прах? Биопоражение. Хотя, может, это следы от карандаша. А, ну может карандашница была. Да, потому что, видишь, это явно чернила. Можете здесь дорисовать что-нибудь, да? А тут нет, да? А? Касвинский бес. Нету. А, хотя, посмотрите, сейчас, секундочку. Вот здесь. Так, маленький чертик только есть. Да. Я боюсь, что он, у него пальцы там отломаны. Ну, полторы. Без пальцев, еще и без хвоста. Хвост есть? Нет, тут у него острый кончик есть. А-а-а. Ну, к сожалению, пока только такой. Стих? Стих. Отлично. А что за поэт? До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не навеки. Сергей Есенин, супер. И скидка. Теперь она стоит не полторы, а 1000 рублей. Ура! Да, класс. А почему не зимний? Сейчас уже зима будет. Надо зимний, теплый. И он от ветра хорошо будет защищать. Летний более, как сказать-то... Мягче. Универсальный? Универсальный, да. Его потом и осенью, и летом можно будет носить. А зимний только в один сезон. Другу тоже крупнее, вместе ходить. А? Как чипидел такие. Обязательно. Ага. Без зеркала. Так, ну ладно, тогда берем. А, еще раз, по чем такой? Ну, вообще, мы продаем по 6 часов на 5 тысяч рублей. 5 тысяч? Ничего себе. Не приходишь. Слушай, у меня нет 5 тысяч. Не знаю, я на Авито дешевле гораздо видела. Ну, а сколько тогда? 12 рублей 500 стоит. Да нет, такой лицо складов приносит. Мы сами не закупаемся, я там по 3 500, по 3 800.
Не, ну это дороговато, конечно. Можем оформить кредит. Не, кредит тоже не хочу, спасибо. Как вы хотели кредит оформить? Да, я шучу. Я не знаю. Мало ли. Ну тогда... Ну подумайте, да, если чего-то, надумайте, вдруг там на день рождения, там, что-нибудь такое. Хорошо, да, всего доброго. Так, давайте вот, вот это вот, вот это вот. Она не распакована. Вы будете пить ее? Наверное, да. А, так, нет, не это, значит, сейчас я... Нет, она тут собирается. Так, сейчас. Нет. Так, сейчас я посмотрю. Просто здесь есть распакованная, вот это не распакованная. Ну, как она? Ее крутить? Да. Говорят, крутят, нет, чтобы она влажила? Да, да, да. Да, есть в мире. И сколько такая? Ну, она, мы вообще по 2500, но за 2000. Давайте за 2. Хорошо. Сейчас. Водка русская. Угу, сейчас я... А вы хотели водку и попробовать шпротами? Да, да. Не, отравитесь, да. Я боюсь, что... Лосось, вернее, шпрот, лосось. Лосось? Да. Не, это, я боюсь, что там уже все это... Да, там опасно это. Водку все пьют, как бы. Я там, ребята, ну, слышал. А вы не можете заправить зажигалку? А? Не можете заправить? Я вот честно скажу, не умею заправлять их. Не умеете? Ну, я вас понятно. У нас специалиста какого-то. Вам много надо или одну? Вот окончательно за сколько я купил? Вот это за 1000. Этот, ну там 1600. Подобие взяли за 500. Ну, бывает. За 500 мы... никак. А если постоянно покупатель тоже никак? Я у вас забрала вот эти стекло. Это, к сожалению, я понимаю, но эти, к сожалению, нет. Если вы возьмете все их, может быть, там, ну да и то мы за 500 не отдадим. Не сможем мы. Это 1000 минимум. Я с удовольствием бы вам уступил, но мы не можем. Хорошо, извините. Ага. Вы коллекционируете штопора? У меня муж коллекционирует. Да? Такой есть. Угу. Есть такой вот старинный вообще. Есть в виде ключей. Такой. Давайте. А сколько он там? 800 рублей? 800, да. А он чей? Чего? Куда? Кого? Ну, он какой-то Византия, скорее всего. Или Рим. Угу. Ну, сувенир. Угу. А может, оригинал. Берите дома, разберетесь. А там написано София? Да. А, может быть какой-нибудь город маленький сам в России? Нет, не в России, это Чехия. Ладно, давайте. Конечно. А вам как это? Как вы хотите? Может, ну, золото, можно евро. Это он идет среди кустов. Какую-то, да, елочку. Вот такой большой, что маленькую елочку перешагивает. Молодым день свадьбы от товарищей. 1957. Шик. Как бы его еще донести? Ну, мы вам запакуем газетку. Нет, мне ешь в другом городе. А вы отправите, можете почтой отправить. Около 500 рублей будет отправка. Да. Не, есть у нас зумы, но они подороже будут стоить. Ой, я нашла такую без цены. Как уменьшить работоспособность. Я так понимаю, если акционера... Нет, которые не работают, мы точно проверяли. Ага, спасибо. А которые ничего не написано? Они, мы их просто не проверяли, но мы их вообще стараемся сюда все рабочие бросать. Ну, сейчас я попробую батарейки подобрать. Сейчас, или может, я еще одну видишь? Вот непроницаемый в чехле. Когда девчонки поют, я найду вам. Еще раз. Ты знаешь, что там? Ой, 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 шмат. Да? Он нужна супер скидка. Ну,
Умеете петь? А? Петь. Пять? Петь, петь. Петь, ну, петь. Они даже песню. Скидку за петь, за танцы, стихи. А, вам стихи нужно прочитать? Да, или песню. Хорошо, я подумаю. И сколько скидка будет? Ну, будет 1000. 1000 скидка. Хорошо, а если мы споем все вместе с моими подругами? Можно. Можно? А если мы будем очень громко петь? Отлично. Это будет супер. Но мы снимаем на YouTube, выкладываем этот... Вообще не проблема, а общем, тема реально. Мне сделают скидку 1000 рублей, если мы споем песню. Какую? Вместе. Я предлагаю Ла Мама и что-нибудь. Давайте такое, или Черный Бар. Да, хорошо, и мы да, снимаем, на YouTube укладываем. Окей, хорошо, пойдем. Только мы громко поем. Вообще, это, да? Это вообще будет супер. Да. Поехали. Черный ворон, друг, ты мой залетный, где мне черный ворон ручку белую с кольцом, ой, ручку белую с кольцом. Вышла, вышла, я на крылечко пошатнулась слегка, ой, пошатнулась слегка. Огонь супер. Она бесконечная, эта песня, нет? Вообще огонь. Вообще классно, супер. Супер, супер. Что там продаешь? Значок. Значок? Мастер спорта. Мастер спорта. И сколько хочешь за него? 500. Нам спасибо не надо, мы просто не можем покупать у несовершеннолетних. Когда подрастешь, принесешь, мы у тебя купим. Все, спасибо. Давай, пока. А зачем вам отфотканная пленка? Для работы. Для работы? Так берите готовые фотки. Не, мне нужна такая пленка. Вы будете проявлять все, да? Нет. Будете проявлять, нет? Нет. Все равно не могу понять, для чего. Не, я понимаю, как бы некоторые ребята берут, они как бы и рассказывают, для чего они берут. Они проявляют их, там печатают, на форуме сидят. Как бы все вот это вот расписывают. А вам для работы отфотканная пленка. Для официальной работы? А-а-а. Вы гадаете на ней? Да.
Гадаете. У нас одна девчонка гадала на фотографии, чужие покупала. А смысл? Ну что, типа, горизонт? Ну, да, типа там. Ну да. Не знаю. Что делать? На картах. На картах гадаете? А. Так, а пленка-то зачем? Отфотканная. Рассматривать просто как бы. Для чего фотка? Я даже не спрашиваю. Мне интересно. Понятно. Он правильно делает. Да. Ну что, фокус? Берите, да, который как сюрприз будет. Можно? Можно, да. Да вам еще подарок. И вам тоже. А вам вот такого вот, ну, который служил. Маминым фаршем. Да. Да. Так, вот это вот однозначно. Так. Ну, если варить, то... А поварёшку не надо? Поварёшка есть у меня. Да, щи наливать. Поварёшка, борщ. Борщ, хорошо. Борщ. Так, Ксения, ну, у меня это, я теряюсь. Что ты теряешь? Не теряешь? Если все возьмете, дешевле, конечно, дадим. Сколько у нас получается? Ну вот смотрите. Раз. Ну сейчас это, грубо говоря, 4. Так, две... получается 5400, 6600. 6600, но если все, то за 5. Все за 5. Размышляй. Ну это супер выгодно. Это считайте, что вам целый набор бесплатный. Да. Счастливый час. Опять же, всем достанется вилка. И все, не по очереди же вот этот кушать правильно. И все сыты правильно. Будут. Так, да. Давайте я вам сейчас запакую. Да, ага. Игорь жалуется это, своей жене, что ты, Артур, конфеты его съел. Да не ел. Ну, он звонит. Пам-парам-пам-пам. Есть прикольная штука такая, тема. Такая была у Хрущева. Машина. Короче, весь хлам можно смело нам предлагать. Она как бы и фонарик. А это что за пудель? Крутится. Это современная зажигалка, которая газовая или нет? Вот, вот это? Да. Старая, старинная. Да, очень. 90-е какой год. А издалека так вроде... Есть, кстати, консервы. Как будто старые. Старые не надо? Нет. Боюсь отравиться. Вторичен еще интересно. Да наверняка. Бритвы подпишут. Чай. Индийский чай? Да. А другой чай? Чай. Индийский чай. А, прицел-то не надо? За сколько? За 500? Нет, за полторы хотя бы. У меня только 500. Там полно. За 500? Что у нас есть за 500 такого? Прикольно? С этими надписями какой-нибудь. Но нету маленьких. Я, пожалуй, забью, я эти 500 рублей просто вычеркну. Просто съесть. Как бы съесть их и все. Такая штука. Да. Поэтому 8 тысяч жих. Может быть и 8. А, есть... Может маленький шлем этот... Есть маленькая такая штука. Не-не-не. А это открывашка. Непонятно. Пивная. Может быть маленький шлем водолазный есть, брелок. А, был. Кстати, а слушай, а где у нас водолазный шлем? Маленький, на Невском, да? Маленький водолазный шлем. Водолазный на Невском. 1000? Да. А он сколько стоит? 3. Блин. Ну, ржавый весь. Блин, нет, стоп, не соглашайтесь, дайте я подумаю сначала, надо ли мне это за 1000. Ну, вообще, это... 2500. Это... А? 2500? Даю 500. Тысяча. На понижение. Он стоит 3. Ну, не может. У меня больше нет. А что это торг-то такой у нас? Вообще больше нету. У меня нет. Можем кредит оформить. Ну, ё-моё. Микрозаймы. Да. Че, мы по зажигалке договорились 1500, да? Да, блин, жалко это 1500, она пятерку стоит. Она пятерку стоит. Отдай 300 рублей, это 1500. Блин, я видос с ней не снял. Если бы я снял бы с ней видос. Ну, можно сейчас снять. Блин, я с шортов вообще угораю. Пришла рыженькая девочка, курила дудку.
Просто посмотрите, там пачечка такая добавил. Мне просто жалко ее за полторы. За две? Полторы, отличная цена. Так, битва титанов. Торги начались. Ну, охрененная зажигалка. Я ее купил, не скажу за сколько, за 300 рублей. Я ее минимум хотел за пятерку продать, вот честно. Простите, какой будильник у вас позвонче? А их надо все проверять, там непонятно, мы их не проверяем. Надо доставать и проверять, можем открыть шкаф, вы можете проверить. 300 рублей, я даю 1500, и это X4. Это гарантированно пятерка на самом деле. Вот эта охрененная зажигалка, здесь кремень вставить, здесь заправить. Здесь еще он герб. Польский, не российский, да. Поэтому полторы. Ну полторы это прям. Полторы и... Я могу ссылку на мой канал. Не, полторы я могу еще что-нибудь купить. Ссылку на канал. Блин, у меня реклама стоит как очень много этих зажигалок. Ну вот, кстати, бесплатный и ссылка на канал. Блин, это настолько... Тогда надо что-то мне еще выбрать. Да ладно, а сколько реклама стоит? Ладно, не буду. Я не на камеру не буду говорить, это некрасиво как-то. Ну я и так думаю, реальные деньги, 1500. Будет бесплатно и ссылка. Ну тогда это не прям уж честно получается. Почему? Я ее вообще не хотел. Я ее вообще не хотел продавать. Ну а 1500, это ж какие деньги. А так бесплатно. Ну блин, бесплатно как-то некомфортно, я ж первый раз приехал. Не, ну никак бесплатно, не бесплатно будет, а за ссылку. Там, ладно, 1600. Нет, к сожалению, не изменяем. Так. Нет, 1600 не пойдет. Почему? Ну, лучше что-нибудь другое. А-а-а. Так, хорошо. Что у меня еще есть? У меня есть 200 рублей, которые красивые, такие зеленые. Нет, так неинтересно будет. Опыта не молодость? Я не настолько старый. Ну, получается, 1500 договорились. Не, давай, короче, просто я, смотри, тебе даю, а ты отмечаешь. На канале. В Инстаграме. В Инстаграме? В Инстаграме и с ней вообще по рукам. Да? Блин, ну а в Инстаграме я не знаю. У меня в Инстаграме... 160 тысяч. Блин, у меня Инстаграма нет. У меня есть. Не-не, в Инсте ссылка на YouTube. А, ссылка на YouTube? А как она называется? Это пост? Пост? Нет, я в сторис залью и ссылку укажу. Ну, это вообще ни о чем. Это мне почему? Столько... Да это никогда не работало, мне кажется. В смысле? Нет, я вот сейчас нас сниму, скажу, йоу, на канале Барахольщика будет ролик со мной, приходите, за это самое подписывайтесь. Вот! Маркетинг! Маркетинг! Так. Нет, это на самом деле, вот, ну, по факту, это выгодная сделка, если в инсту. Ладно, окей. Ну, хорошо, давай. Все, по рукам. Не договорились. По рукам. Все, закрепили союз. Все, пока. Извините. Ну, получается, у меня также остается 11 тысяч рублей, но за работу, типа, я получил зажигалку. Но она тоже идет в банк, как бы. Ты же не против, Игорь? Это, ну, скорее всего, для яйца. Вы сварили яйцо и на Пасху положили. А, вот это, да. Не, ну, может быть, и для кольца. Как, наверное, я не знаю. Может быть, под соль? Как ну, это что, драгоценный камень получается? Камень или что-то? Да как повезет. Мы сами не знаем. Да. Берите за 1000 и на Пасху яичко положите и подарите. Так, красиво. Можно завернуть, да. Да-да-да, завернем, конечно. Ага. Раз. Раз, раз. Сразу. Микрофон не хочет. А он не крутит? Ну я пытаюсь понять, хотя бы запись у него идет. А так он работает, пуск? Пуск работает. Может, разыграется? Это окончательный ценник. Не, подешевле дадим. За 500. Командир, я у тебя еще чем-нибудь куплю. Да? Ну, конечно. Давайте за 800. Давайте. Да? Хорошо. Почините его, что ли, или, или он разыграется? Не разыграется. Это надо в мастерскую. Главное, чтобы они там не обманули. Ага. Они еще столько не накрутили. Это вот именно такую ходить электронику. У меня был один в один. Я на мотоцикле катал. Пока он не свалился в пионерлагере. У вас его смотрю уже, он, ну не знаю, года полтора стоит. Я думаю, главное, чтобы внутри не заржавел. Там головка вся ржавая. Ну, протрете.
спрошу. Хорошо. Сейчас пакетик дам. Она что, 310 или что это? Это 310, это у нас просто человек, который здесь торгует, он иногда свои как бы фигурки моему... 310 рублей? Вот и 310 рублей. У него всегда ценник такой 340, 345, как бы... Вообще хороший, надо брать. Да, но не битый вроде такой, да? Это Саша, он, короче, он здесь сам тоже бегает, покупает, и у нас стоит суббота-воскресенье, и... Что ты будешь брать? Ну, как сувенир заберу, конечно. Ну, конечно, бери. Офигенно вещица-то я. Полтораху ты точно можешь просить. Сейчас такой каких-то на барахолочке. Да. Ну, ладно, скидку-то сделает. Ну, 10 рублей. Ты все, да? Да. Ну, ладно, Саш, мы не будем. Ладно, хорошо, давай. Если что, если хочешь... Ты, ну, или потом, завтра, ну, потом зайдете, посмотрите да. Еще, да. Ага. Здрасте. Как у вас дела? Так себе. Не появилось эстонской, латышской или... Нет? Нет. А ну, здесь мы не знаем. Здесь, может быть, добавлял. Эстонская Мар Юлианик не появлялась? Нет, Марк Юли... Мар Юлианик. Нет, не появлялась. А латышская Айя Кукуле? Нет. Mm-mm. И микрофон с 81 латышская, это же... Вот микрофон с ним, я не знаю, надо их скрыть, потому что микрофон с ним нам попадался когда-то. Здесь он может быть? Может быть. А литовская, где разные певцы, среди них Эгидиус Сипавичус, литовская не появлялась? Сборник литовской эстрады? Нет, не было. А польские, Здеслава Сосницкая, Уршула Шипинская не появлялись? Так вы столько, кстати, вы уже целый год ищете их, неужели не попадаются? Именно то, что утренней почте было не наше. Так не появлялись? А утренняя почта, кстати, закончилась? Не знаю, я давно не смотрел. Я тоже не смотрел. Читали там же раньше. Что? Письма же читали раньше. Да, читали. Да, так вот у вас Здеслава Сосницкая и Уршула Шипинская не появлялись? Нету, нет. Наверное, нету. А венгерская Неотон фамилия не появлялась? О чем поет Неотон фамилия? Так не появилась ни о том фамилия? Нет. А это их национальная какая-то песня, да? Именно венгерская. А 512 килобайт компьютерного мозга вы слушаете? Я хочу что-нибудь завоевать. Так, подожди, а 512 килобайт вы же купили у нас. Да, точнее, вы мне даже подарили. Да. Я хочу что-нибудь завоевать, но тогда отметить. Там власти. Только мелодия. Там песни не поют. Они есть, там есть некоторые, там и песни есть. Так да. А отметить шампанским? С шампанским, да, и главное, с пластинками. Ой, угу. Но у меня пока что ничего не завоевывается. Последнее завоевание было весной этого года, и то не планированное. А что там было? Суоми. Суоми? Большой словарь, Суоми. Сомалай, Свенялай, но я воюю-то не за ним. Так а сколько вы языков-то знаете? Ну, вообще я от каждого языка по нескольку слов знаю. Вы коллекционируете такие языки? Ну, у меня все европейские языки, у меня уже все есть, кроме исландского. Ты признайся мне, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лесах ти часи я шукала, сонце груто знайшла і мене зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, огір. Но твоя вода, твоя чистая вода, твоя бистрая вода, синий гір.